посмотрите на эту рыжую бибизяну. Что сегодня в 7 утра сделала эта рыжая бибизяна? Да, вот ты, да. Угу, да-да. Ты сейчас притворяешься таким тихеньким, спокойненьким. Почему сегодня в 7 утра ты не мог себя вот так вести? Спать, наслаждаться тишиной. Почему в 7 утра надо было подойти к кровати, и несмотря на то, что у тебя полная чашка, надо было начать орать во все горло так, что, мне кажется, даже соседи слышали. И дело было не в еде, дело было в том, что он хотел внимания. 5 минут ему хватило, то есть его потетёшкали, там погладили, потискали, и все, что он сделал? Правильно, он лег спать. А человеки, поднятые тобою в 7 утра, кофе должны были пить крепкий, чтобы раскачаться. А ведь планы-то были в субботу поспать у нас, Руфи. Ну, не нравится, не нравится. Пошел. Сейчас еще куснет. Все, все, ладно, ладно, не буду. Не ругаю, не ругаю. Не ругаю, не ругаю. Да не ругает тебя никто. Тимой Шляткий. Ой. Повинился, пришел. Люблю, люблю. Хоть в 5 приходи.